В этом году в детском оздоровительном лагере «Колобок» отдыхает около 50 детей. Для них подготовлена насыщенная летняя программа, в том числе и такие познавательно-развлекательные мероприятия, как «День светофора». В нашем дошкольном отделении всегда ведется колоссальная работа по обучению наших воспитанников правил дорожного движения. Педагоги используют различные формы обучения. Для организации подобных праздников руководство детского лагеря привлекает сотрудников госавтоинспекции, совместно с которыми они проводят активную работу. Проводятся мероприятия, посвященные празднику, посвященные дню рождения светофора. И сегодня это замечательное мероприятие пройдет опять же с целью привития у детей безопасного поведения на дороге. Для лучшего усвоения информации ребята участвовали в конкурсах, играх и эстафетах. К празднику присоединились сказочные герои – светофор и зебра. Ребята, а вы знаете, что у моего лучшего друга светофор Светофорыча сегодня день рождения? Такие мероприятия помогают детям лучше осознавать возможную опасность на проезжей части и формируют у них правильное поведение при переходе через дорогу. Люди на пешеходном переходе либо на велосипеде проезжают, либо на самокате. Иногда на зеленый, иногда на красный. Чтобы не было хаоса на дороге и чтобы машины переходили на свой цвет, а пешеходы на свой. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции надеются, что полученные знания помогут детям стать более ответственными участниками дорожного движения. Инга Янчук, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ.